строительной техники жителей домов по улице Уральской скорее радует. Люди давно ждали ремонта дорожного полотна. А этой весной ям стало особенно много. И вот во вторник поздно вечером подрядчики приступили к удалению старого асфальта. Когда дороги хорошие, это хорошо. Плохие надо делать. И все. Ремонт улицы Уральской идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сначала рабочие снимут изношенное покрытие, используя метод холодного фрезерования. Затем разлив битумной эмульсии и начнут укладку высокопрочной асфальтобетонной смеси «Щема-16». Работы ведутся на всем протяжении автомобильной дороги, а это порядка 2 километра. Также подрядчик проведет подъем люков инженерных коммуникаций на проектную отметку, чтобы люки были на одном уровне с новым покрытием. Работы ведутся в ночное время по одной полосе, поэтому дорогу полностью не перекрывают. Работы ведут в соответствии с графиком, вместе с тем они ведутся по погодным условиям. То есть те работы, которые можно вести с учетом того, что возможны осадки, они будут проводиться. Все работы по непосредственной укладке асфальтобетонной смеси будут выполняться только в сухое время, когда можно выполнять работы именно непосредственно связанные им с асфальтобетонной смесью. Улица Уральская – одна из основных транспортных артерий Куйбышевского района. Дорога связывает Волгарь с автостанцией «Аврора». За сутки по ней проезжает порядка 12 тысяч автомобилей. Пролегает основной маршрут общественного транспорта. Надо сказать, что улица была в неудовлетворительном состоянии, особенно после зимы. Работы будут завершены, и совершенно другое качество дорожного покрытия. Я думаю, что жители действительно это очень остро обращали внимание последний месяц, они увидят вот по-настоящему качественный скачок. Специалисты отмечают, что план работ формируется на основании результатов диагностики изношенного асфальта специализированными дорожными лабораториями по требованиям нацпроекта. Также представители власти внимательно относятся к просьбам горожан, которые сообщают о необходимых с их точки зрения работах. Совсем справляемся, ход работы идет прекрасно. Боремся с водой, выгоняем воду. Данный участок составляет у нас 1800 погонных метров. В данный момент занимаемся срезкой асфальта. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Самаре отремонтируют 42 участка. Это порядка 43 километров дорог местного значения. Контроль за качеством работ ведется на всех этапах. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.